Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу, как сшить вот такой вот бортик с кружевом, защипами и бантиком. Для того, чтобы сшить такой бортик, нам понадобится хлопок нескольких расцветок, ленточки атласные, либо тканевые завязки вы можете сделать, кружево на ваш выбор, также сантиметровая лента, линейка, карандаш, ножницы и булавки. Я уже заранее подготовила детали необходимые. У меня бортик, только вот здесь нижняя часть защипы. С обратной стороны у меня обычный хлопок без всего. Поэтому нам понадобится две вот таких детали. Одна такая деталь и одна деталь с защипами. Две такие детали у нас размером 17 сантиметров на 62 сантиметра. И одна задняя деталь тоже размером 17 на 62 сантиметра. Вот эта вот часть. Для защипов нам понадобится отрез ткани примерно 19 на 65 сантиметров. Но если вы будете делать много таких бортиков, я советую вам сделать большой отрез ткани, расчертить необходимые квадратики, и тогда проще будет вам потом обрезать, меньше ткани уйдет. У меня сейчас отрез на 2 бортика получается. Также нам понадобится квадратик для вот этой вот петельки для бантика, он размером 7 на 8 сантиметров, и для вот такой вот ленточки бантика, я не буду в этом видео показывать, как его делать, я скину ссылку на предыдущее видео, где я показывала, как делать бортик с защипами и вот таким вот бантиком. Для такого бантика нам понадобится прямоугольник размером 71 на 13 сантиметров. И кружево нам понадобится отрез 62 сантиметра. В этом видео я также не буду показывать, как делать защипы. Вы также можете посмотреть его в видео, как сделать бортик с защипами. Ссылку я оставлю в описании под видео. Для начала нам нужно сшить наши детали, так как бортик у нас из двух видов ткани. Для этого мы накладываем лицом к лицу наши ткани, делая так, чтобы у нас был рисунок. Вот мы раскладываем, если у вас, конечно, есть рисунок. У меня, я смотрю по рисунку и так прикладываю лицом к лицу. Скалываю булавками. И прострачиваем примерно на ширину лапки. Также мы поступаем и с другой нашей деталью, получается, задней нашей частью. Прострачиваем обе наши детали на ширину лапки, не забывая делать закрепки. Также прострачиваем нашу петельку, складываем ее лицом к лицу. Эта сторона у нас длинная, 8 сантиметров. И прострачиваем где-то на ширину лапки, можно на 0,5. Выворачиваем ее на лицевую сторону, можно с помощью булавки.
При этом выравнивая, чтобы у нас шов был посередине ровненько. Также берем наши детали бортика. И вот этот шов, который на изнаночной стороне, мы заглаживаем на одну из сторон. То же самое и со второй деталью. Теперь к нашей лицевой части, которая за щипами, нам нужно пришить кружево. Располагаем кружево как нам удобно и прокладываем строчку сначала сверху, а потом снизу. Можете проложить одну строчку. И вторую строчку параллельно. Теперь можно соединять наш бортик. Складываем вот так вот пополам и загибаем, чтобы наша петелька ровно располагалась. Вот здесь у нас получилась такая линия. Складываем швом вот этим вовнутрь и ровненько располагаем, прикалываем булавкой. Также для того, чтобы ленточки приколоть, я уже заранее отметила по 2 сантиметра с краев. Вы можете выбрать любое расстояние. Ленточки я предварительно загладила, вы можете их заколоть булавками. Таким образом. Размещаем их. И накладываем сверху нашу заднюю деталь. И прикалываем булавками. Также еще дополнительно скалываем в нескольких местах булавками, чтобы у нас бортик не сместился. И прострачиваем на ширину лапки. Там, где ленточки, мы прострачиваем несколько раз. Вот здесь вот. И внизу оставляем отверстие, чтобы вывернуть. Когда мы прострочили наш бортик, убираем все булавки и срезаем уголки, доходя до строчки. И можно выворачивать.
Выворачиваем уголки изнутри с помощью палочки. И проглаживаем утюгом. Аккуратно все выравниваем. И проглаживаем отверстия, которые мы оставляли, чтобы выворачивать. Проглаживаем, чтобы легче было зашить петельным стежком. Теперь берем наполнитель и, начиная с уголков, набиваем наш бортик. Набиваем весь наш бортик. Теперь наше отверстие можно заколоть булавкой и зашить потайным стежком. После того, как мы зашили отверстие, разравниваем наш бортик. Теперь нам осталось завязать бантик. Вот такой у нас получился бортик. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!